Всем привет, с вами Бонарди, и сегодня мы будем смотреть модовую карту. Если в вашем автопарке есть мощные автомобили, то вам сюда. Если вы думаете, что вы на них проедете везде, то вы глубоко ошибаетесь. Данная карта испытает ваши навыки вождения разных автомобилей, ну а более детально смотрите в ролике. После того, как у вас загрузится игра, у вас появится небольшой клочок земли, на котором нужно будет активировать максимальное задание. Впереди вы видите гараж. Здесь вы можете покупать себе автомобили, ремонтировать автомобиль. Ну, в общем, сами все знаете. У вас доступен автопарк, в принципе, такой, который у вас есть в обычной игре. Плюс ваши DLC-шки и 500 тысяч денег. В принципе, этих денег хватит на покупку практически любого транспорта и максимально его затюнить. В моем случае первое задание, которое я буду делать, мне нужно достать старый автомобиль вонючего Пита. Ну, такое название сделал автор. И для этого задания я взял себе Ford 750 и максимум его прокачал и поехал. Дорога, ну, скажем так, к этому автомобилю была относительно спокойная, за исключением того, что в начале самом я упал, просто потому что я отвлекся, поэтому за рулем, когда едете, не отвлекайтесь ни на телефоны, ни на что другое. В общем, после того, как я проехал дальше, нашел этот автомобиль, в общем, мой Ford утонул. Здесь я уже проехать не смог, я пытался на лебедке, потом я, правда, подумал, зачем я мучаюсь, если я туда пытаюсь проехать на лебедке, обратно же мне тоже нужно будет лебедку использовать, а эта лебедка будет подключена к вонючей машине. Или к Питу вонючему. Короче, неважно. В общем, после этого я решил поменять автомобиль. И все говорят, допустим, что БТР это топ-автомобиль, который может все. На самом деле, в этой карте вы узнаете о том, что БТР может не все. Да, он, конечно, везде проезжает, он может преодолевать очень тяжелые такие преграды, но может он не все. Ну, правда, с машиной Пита все-таки мне удалось с горем пополам, но все-таки вытащить этот автомобиль и довести до точки. Но даже перед тем, как его сдавать, у меня был небольшой нежданчик. Нежданчик заключался в том, что я не нашел дорогу, как съехать к дому этого Пита. Нет, есть там, конечно, дорога, не зря она называется карта триалов, где есть, ну, заезды на горку и, ну, съезды с горки, да. Вот, ну, в общем, дороги я не нашел, поехал, как всегда, по короткому пути. Здесь мне повезло, в Беттере все-таки есть автономная лебедка, и даже если вы сильно перевернетесь, то вы можете подогнать свой автомобиль с помощью лебедки, раскатать, встать на колеса и поехать дальше. В принципе, что я и сделал. После того, как я ему отдал автомобиль, я заработал, естественно, опыт, вот, и мне еще дали в подарок эту замечательную машину. Правда, нахрена она мне, я не знаю, но пусть стоит, может быть, пригодится. Можно, конечно же, ее продать. Да, кстати, тем, кому не хватает денег, допустим, на какой-то модовой карте, вы также можете установить дополнительный мод для получения денег. Следующее задание, которое я уже делал на ZX-605, и мне надо было привезти просто деревянные доски. В принципе, здесь ничего тяжелого не было, дорога была простая и легкая. А вот в следующем задании мне нужно было достать мощный автомобиль, который вы видели в начале ролика. Ну и, конечно же, дорога к этому автомобилю, ну, то еще удовольствие. В общем, я решил, что у меня тоже крутой автопарк, поэтому я решил поехать на БТРе. У БТРа есть дополнительное топливо, есть ремкомплекты, и, в принципе, автомобиль проезжает практически везде. Здесь льда нету, и, как многие, ну, знают, БТР плохо себя ведет на льду. Ну, а здесь я думал, все будет просто и легко, но, к сожалению, я ошибался. Нет, конечно, к автомобилю я проехал, ну, практически без проблем. Опять же, есть какие-то тяжелые моменты, да, то есть рядом есть вода, в которой вроде лужа маленькая, но обычно это лужа по колено, а иногда даже по горлышко. Вот, здесь можно утонуть на ровном месте. Но в то же время данная карта довольно-таки неплохо оптимизирована, у нее большой рейтинг и много людей уже играли в эту карту. Поэтому если вы хотите поиграть, то название мода будет в описании. Все моды устанавливаются через главное меню, через раздел модификаций.
Вот. Ну а если у тебя все-таки возникнут вопросы, приходи к нам в чат в Telegram. Там более 400 человек, которые любят играть в SnowRunner, да и в целом другие сетевые игры. Связь есть постоянно и в Discord, и в Telegram. Ссылочка на Telegram будет в описании. Ну а коль ты досмотрел до этого момента, значит пора уже поставить лайк и подписаться на канал, если ты не успел. Ну и конечно же написать свой царский комментарий. Как я уже говорил, беттер почти мощный. Почему почти? Ну, ту машину, которую я нашел в лесу, нужно же еще было назад оттарабанить. Вот. Ну а так сложилось, машина была полностью разломана. У нее была сломана подвеска, колеса, двигатель, ну и все остальное. В принципе, часть я починил. Я починил двигатель, залил топливо и... В принципе, машина уже ехала, но, к сожалению, она туго поднималась в гору, и поэтому, в общем, бензин у нее быстро заканчивался. Не знаю, расход топлива какой-то там конский просто. Я влил 160 литров и потратил где-то, наверное, за минуту все это. Возможно, за счет ущерба еще какого-то по машине. Я пытался дотянуть до прицепа техпомощи, но, к сожалению, мне это не удалось. Поэтому я сюда буду приезжать на другом автомобиле. Ну а вы на каких автомобилях будете доставать подобные машины? Пишите в комментариях. У меня на сегодня все. Хотите поиграть, качайте мод и наслаждайтесь игрой. И, конечно же, поднимайте свой скилл управления в игре SnowRunner. Всем хорошего настроения, удачи и пока!